Ребята, всем привет! Только что послушали наш кавер на песню Элвина Грея и Гузель Уразовой «Красивая и хорошая». Такие видео на канале у нас редкость, потому что в основном я пою один. Но, как вы знаете, на старых роликах мы всегда с Оксаной пели что-либо для вас интересное. И если понравился данный кавер и еще хотите что-нибудь, чтобы мы вместе сыграли, в комментариях под видео пишите новые заявки на песни, ставьте лайк. Ну и небольшой вопросик на засыпку, сколько лет дадите девушке, которая играла на фортепиано, то есть Оксане. Пишите в комментариях, а мы с интересом, с жаром почитаем все, что вы там напишите. До скорых встреч, пока. Что? Я вообще вот вместо аккорда фа. Вот он, это прошли 8 дублей. Но. И дальше. И, короче, дальше начинается откат. Фигня. Откат в обратную сторону. Да.